узнают свой ВИЧ-статус. Всех желающих ждут сегодня в Краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом. По аналогу федеральной программы на дороге Наукограда правительство края планирует выделять в разы больше средств. Своя ноша не тянет. Кто из барнаульских мужей смог удержать вторую половинку в забеге на 25 метров? Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Бесплатно и анонимно барнаульцы сегодня могут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Акция уже проходит и продлится до 3 часов дня. Желающих сделать анализ ждут в Краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом по адресу 5 Западная, 62, кабинет 105. Специалисты консультируют каждого желающего, говорят о мерах безопасности, определяют, насколько у пациентов высок уровень заражения ВИЧ. Также здесь работает тематическая выставка специализированной литературы. Очередная акция протеста против повышения пенсионного возраста прошла в выходные в Барнауле. Митинг, организованный коммунистами, собрал рекордное для партии количество участников за последние несколько лет. Больше 1000 человек пришло, несмотря на то, что сегодня субботний день, и большая часть пенсионеров должна быть на дачах. Это говорит о том, что сегодня народ не будет молчать. Выразить свое отношение к предложению увеличить возраст выхода на пенсию приехали коммунисты из нескольких районов края и городов. Кроме людей предпенсионного возраста, было немало и молодежи. Кто-то пришел всей семьей. Кстати, изначально акция должна была пройти на центральной площади Советов, но потом власти одобрили привычную для протестных выступлений площадь Свободы. Подробнее о митинге расскажем в вечернем выпуске. Водолазы очищают дно алтайских пляжей от мусора, сообщает Политсибру. Об этой и других новостях сибирской медиагруппы подробнее в кратком обзоре далее. До того, как открыть какой-либо пляж официально, водолазы исследуют его дно. Они проверяют его безопасность и очищают от мусора. Задача водолаза – найти на ощупь камни, стекла и прочий мусор на дне. Отметим, что груз, которым погружается специалист, весит около 25-30 килограммов, не считая баллонов, в котором запас воздуха на 45 минут. Как поясняют в Краевом управлении МЧС, для открытия пляжа мало одного лишь чистого дна. За водолазным обследованием различные специалисты проверяют как воду, так и территорию пляжа. Добавим, всего в регионе планируют открыть 59 пляжей, сейчас работает 48, в том числе на острове Помаскин в Барнауле. Жители краевой столицы призывают готовиться к новому разрушительному урагану, пишет газета «Комсомольская правда Барнаул». Стихия может обрушиться на краевой центр уже на этой неделе, в частности 11-12 июля, обещают алтайские синоптики. По их прогнозам, в начале недели в крае установится жаркая погода, в среднем около 30 градусов выше нуля, а уже в среду либо в четверг пройдут сильные грозы со шквалистым ветром. Напомним, в результате последнего удара стихии 23 июня ветер повалил строительный кран, погиб 50-летний мужчина. А вот газета «Бийский рабочий» информирует, что Алтайский край, наряду с Камчаткой и Байкалом, вошел в число любимых мест для отдыха среди соотечественников. Это показало исследование, которое провело Федеральное агентство по туризму совместно с участниками рынка. Всего было опрошено 2500 человек. Анализ ответов показал, что практически все респонденты, 98%, называют Алтайский край желанным и интересным регионом для путешествий. Елена Макаренко, «Наши новости». На ремонт дорог Наукограда из бюджета региона краевые власти выделили дополнительно 80 миллионов рублей. А всего за 2018 год на обновление Бийского дорожного полотна планируют потратить около 200 миллионов. Это в 4 раза больше, чем в предыдущие годы. На днях в городе побывал в Рио губернатор Виктор Томенко, который убедился, что дороги Бийска оставляют желать лучшего. Чтобы проблему решить, правительство края хочет создать в Наукограде аналог федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Предполагается, что Бийск будет стабильным. Получать на ремонт дорог больше средств из краевого дорожного фонда, чем раньше. Кстати, по оценке главы Бийска Александра Студеникина, чтобы привести в порядок дороги города в нормальное, необходимо ежегодно вкладывать в них 200-250 миллионов рублей. Аналог такой же дорожной программы власти намерены реализовать впредь и в Рубцовске, где дороги считаются практически самыми убитыми в крае. В Барнауле переносили жен на скорость. Забег мужей получился веселый, но довольно травмоопасный. Чемпионат по переносу слабой половины человечества проходит уже несколько лет. В этом году его приурочили ко дню семьи, любви и верности. Подробнее в сюжете Ирины Корчагиной. Встала, отряхнулась, пошла дальше. На синяки от падений здесь никто не обижается. Каждая нож на чемпионате по переносу жен старше 18 лет и весит больше 49 килограммов. Способ переноски пара выбирает самостоятельно. Способ мягкого падения тоже. Она не упала? Нет.
муж задержал, прижал к себе. Я упал на коленки просто. Жену я удержал. Удержать жену на дистанции в 25 метров и прийти первым к финишу – цель каждого мужчины. Если падение все-таки произошло, забег продолжается с начислением штрафных секунд. Семья Орловых на чемпионате впервые. В СМИ занимаются волейболом, плаванием и боксом. Спортивное прошлое и настоящее помогло в победе. Я на него в кучку взялась, он меня понес так легонько, как страус, и все отлично. Да. В копилку семьи победителя упало 10 тысяч рублей. Приз за победу. Кстати, идея переносить жен на скорость родилась в Финляндии. Там забеги пар проходят более грандиозно, с участием семей из разных стран. В Барнауле чемпионат пока не так популярен, но, возможно, он станет любимым видом семейного спорта. Ирина Горчагина, Александр Антропов. Наши новости. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышено давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарство «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Плюс 24 днем в Бийске, Алейске и Камнино-Оби до 28 градусов выше нуля. В Славгороде, в Барнауле ночью плюс 15 днем до 25 без осадков. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.